Тверская область заключила соглашение по инвестиционным проектам на общую сумму порядка 51 миллиарда рублей. Таковы итоги участия нашей делегации в 25-м Петербургском международном экономическом форуме, возглавил который губернатор Игорь Руденя. В рамках форума подписано 16 соглашений. Состоялся ряд встреч, переговоров, стратегических сессий. Подписано соглашение по реализации инвестиционных проектов в таких ключевых отраслях экономики региона, как промышленность, в том числе высокие радиоэлектронные технологии, жилищное строительство, а также создание и развитие инновационно-промышленных парков. Ряд соглашений направлен на укрепление межрегиональной кооперации, комплексное развитие территорий и транспортной инфраструктуры, а также туризма, улучшение предпринимательской активности и информатизации региона. Сегодня все четко сориентированы на импортозамещение. Важно, что работаем уже с реальным сектором экономики. Важно, что видим кооперацию, и она у нас развивается на территории региона. Мы получили новых партнеров. По мнению губернатора Игоря Рудени, эффект от принятых решений жители Тверской области, предприниматели, власть должны увидеть в течение 3-4 месяцев. До конца текущего года это будет конкретная работа, поделился Игорь Рудени на пресс-подходе. Более того, губернатор пригласил журналистов, которые ведут эти темы, убедиться в этом, проследить, каким образом наша область будет развиваться в заданных направлениях.